Смотрите все на нас, мы идем в первый класс. Первый, значит, высший класс. Юные новобранцы 8-го лицея бодры и веселы. Порог учебного заведения переступит больше 80 первоклассников. И для них, и для других ребят и педагогов 1 сентября не просто календарная дата. Это и начало большого пути, и очередной важный этап. Ребята, родители, учителя, уважаемая полиция, государственный пожарный надзор, сегодня все на первой линейке 1 сентября. Сегодня, ребята и родители, у нас двойной праздник. Не просто 1 сентября, а праздник еще и потому, что мы сегодня в режиме очного общения встречаем линейки ровно в 10 часов утра во всех 18 школах города. Первоклассникам хорошей учебы, 11 классу пожелать хорошо подготовиться к выпускным экзаменам. С праздником, не болейте, будьте здоровы. Почетные гости когда-то сами учились здесь. Их пример, как и пример многих других выпускников, показывает, что 8-й лицей – отличный старт в будущее. Особенно тут гордятся спортивными успехами. Например, в этом году волейболистки лицея взяли первое место в чемпионате Приволжского федерального округа. Для спорта, учебы и творчества здесь стараются создать достойные условия. День знаний лицей встречает с капитальным ремонтом спортзала и обновленными окнами. Школа «Зенит» могла благоустроить и малый спортивный зал, и, конечно же, общая радость для всего города. Ребята вернулись за парты. Учеба снова стала очной. Для нас это самый главный праздник, День знаний, который мы встречаем с большим вдохновением, воодушевлением, потому что действительно от этого зависит, наверное, самое главное в жизни наших ребят, наших родителей, наших учителей. И то, что как мы подготовились и встречаем этот праздник. Всего в школы по всему Салавату пошли 15 тысяч юных горожан. 1712 из них – первоклассники. Сегодня ребята и гости, и участники торжества. Если видишь по дороге, много школьников идет, значит, наступила осень, начался учебный год. Самые юные школьники немного волнуются, но стараются унять свои сердечки в преддверии нового старта, ведь они так ждали похода в школу и так к нему готовились. Я даже хочу в школу уже идти. Считать, писать могу, рисовать. Мы готовились в школе, читали и писали. У 11-классников свои заботы и свои радости. Впереди последний учебный год, когда нужно решить множество задач. Волнуюсь, потому что последний год в школе, дальше уже взрослая жизнь. Очень непривычно осознавать, что все, друзей таких уже не будет. Будут новые лица, новые люди, новые предметы. Наверное, языки буду изучать. Английский, французский, восточные языки. Конечно, родственники все поддерживают, все понимают, что это последний год. А дальше идет уже что-то новое, что-то большее. Собираюсь ехать в другой город, там учиться. Новые возможности, конечно, страшно, но это очень интересно. О том, чтобы с ребятами было все в порядке, заботятся специальные службы. В рамках месячника безопасности детей ребятам расскажут о том, как уберечь себя от беды. Во всех школах, расположенных на территории городского округа город Салават, личным составом пожарно-спасательной части номер 36, государственным пожарным надзором и муниципальной пожарной охраны проводится дежурство. Также детям, учащимся, доводится общие требования пожарной безопасности. Итак, главная традиция и главный символ – звенит первый звонок. 930 учеников 8-го лицея переступают порог. Работа начинается. У педагогов она будет проходить в привычном русле. Курс на сохранение достижений и дальнейший рост.